На колени встану перед всей страной! А у кого я взял деньги? Назовите одного! Пошел ты! Не мешайте выступать! Иначе мы все выйдем на улицу! Идите на здоровье! Эй, сам иди отсюда! Будьте моим мэтом. Ну, что такое? Альянса требует пептонаты, спалаты, даты к парфум, шембракати, ханиной. Вас к уголовной ответственности все! Вас всех под суд! С вашей криминальной властью! Вы все бессовестные! Люди негодуют, спросите у людей. Выйдите на любую улицу, любой дом. Из 10-9 вам будут плевать в лицо. И вас вся страна ненавидит. А стоя альянсы? Вы готовы уйти в отставку? А? На. Некредивно. А стой при министру. Прокуратура ничего не делает. Твоя молодежь бежит из твоей страны. Чипы сэрли. Чанимали. Уамни садун аркулон дести бун шифрмос. Это же отмывание денег идет. То есть сотни миллиардов украдено, ограблено. Ты че не ешь, вы? И все мошенническая схема. Ни одной честной, чистой схеме купля-продажи, продавец-покупатель. Ближе к делу. Вся прибыль уходит на Кипр. Дути ту... То делу Ленин синтез. Кто-то из них считает себя румынами? Пожалуйста, 100 километров на запад. Вот там Румыния. Чине и дому каре борбеш тако. Когда русские войска бились с турецкими, они молчали, что они румыны. Дай Дракулы до гора, витам кальчата! А, когда была Бессарабская губерния при царе, молчали, что они румыны. Помолчи! Ну пасть у нас, ордина лавина, вымбиров! Помолчите, сидите! Ласка тебя, турбатащий, дучащий. Здесь не сельский клуб, все это, дамочка здесь мне будет мешать постоянно. Иначе мы ее вынесем из зала. Ну, прекрасной ты, седи носу, прейсту, скилуада Дракулы. Арашка Драку, мума по дури. Иди сюда, пойдем вы! Блядь, я мать, ты в Питере, дай свой! Просто! Пошел вон отсюда! Ты в Питере, хулиганы! Ардянуши, господи. А если тонули русские? Тражи. Русские имеют право считать себя русскими. Нали не будет цара румынска, ты хочешь какой? Yes, we can. Trăiască alianța pentru oameni, jos alianța mafioților. Jos mafia și omul doaclă. Все это проплачено с Запада, румынскими спецслужбами. Минте, сарате, отрыра, жудекаторească. Помолчите! Марш до ича, есть афара. Но у меня есть для Румынии встречное предложение, от которого трудно отказаться.
передайте, пожалуйста, президенту, весь объем годового потребления Украины мы готовы продать вашей государственной компании. А вы сами уже продавайте дальше Украине. Пойдет? Запиши. Бонжур, мама. Бонжур, шери. Quand ce mot me réveille, par le ciel le plus gris de soleil aussitôt resplendit. Bonjour chérie, ça me chante à l'oreille.